Здравствуйте, богатыри, революционеры. Сейчас я ролик запишу. Разрешение 1080, потому что когда в 4К записываешь, получается размер файла 3-4 гигабайта, и телефон просто обрывает. Если, например, записываешь минут 10-15, там получается размер 4 гигабайта и просто вырубается запись, хотя телефон не мега старый и 4К может снимать. Фактически я не могу снять получасовой ролик, ну, даже 20 минут я не могу снять. Ну вот такой вот прогресс, псевдопрогресс. Только видимость прогресса в основном. Обманывают, кругом обманывают людей. Но будем раскрывать этот обман, как можем. Так, что дешевая еда, мята и яблоки. Что-то почему-то их было написано Crisp Pink сорт. Вот здесь на бумажке я вижу Джонатан. Ну, будем бумажке верить. Джонатан. Значит, Джонатан. Наверное, не Crisp Pink. Я уже попробовал, чтобы не есть в ролике лишнего. Многим не нравится то, что всякие шумы посторонние в роликах. Мне тоже не особо это нравится. Вот это яблоко я попробовал. На вкус оно, ну, на пятерочку отличное. Ну и дефектов особых я не вижу. Ну, помятая, немного помятая. Так, зашибись. Вот эти перцы я уже показывал. Не буду их долго описывать. Это они 40 рублей. Ну, они дешевле из-за того, что мятые. Они стоили 40 рублей. Ну, конечно, они сильно мятые. Покупать опасно. Они, ну, могут быть просто протухшими. Поэтому цена как бы небольшая, но и впустую деньги можно выкинуть. Я их вот специально разрезал, чтобы посмотреть, что внутри. Так, надо и понюхать. Что-нибудь не так будет, надо осматривать, нюхать все. Нет, дефектов не вижу. Ну, каких-то ужасных. Ну, немного мятый. Так. Нормально. Тут вот семечки потемнели. Вот семечки, они потемневшие. Но они белые должны быть, они потемнели. Так. Киви стоят 60 рублей. По вкусу нормальные. Некоторые мохнатые, некоторые вот такие вот лысые. Не знаю, что их стригут, что ли, или они просто такие разные сами по себе получаются. Но они бывают
старые, протухшие, там мягкие, когда оно мягкий киви, оно херовое. И цвет не зелененький такой свежий, а темно-коричневый. Это говнявый, это 100 лет где-то провалялось внутри, херовый вкус. То есть осторожным надо быть при покупке вот таких штук. Так. Ну и все почти что. Я показывал еще кучу манго. Нормальные были манго. Я не отравился. Но тоже есть особенность с этими манго, которые со скидками продавали. Они сильно старые, и когда долго валялись, в них уже фактически не остается вкуса. Они как бы становятся, ну, как пресными, такими пустыми. Как бы вроде гнили еще нету, ну, и вкуса толком нету. Поэтому не просто так на них цену поснижали, если обычно 300 грамм там и килограмм рублей 200 манго стоит, то получается, что одна штука 70 рублей. И если продают дешевле, то есть серьезные недостатки. То есть вот эти вот мятые манго, они безвкусные, во-первых, ну почти что там вкус уходит, короче, со временем нету ни насыщенности, ни сладости. То есть можно впустую купить. Люди, я смотрю, там активно покупали. Мужик купил штук 5 или 10. Ну, кажется, что круто, да, вместо 70 рублей, 100 рублей манго тебе вдруг его продают там за 30 рублей. Но можно впустую просрать денег. Все-таки ты же хочешь купить какой-то вкус, а можешь купить пустыху. Поэтому я вот больше и не покупаю их. То есть, если трогаете, если оно сильно мягкое, давите, то значит оно уже в труху развалилось. Структура нарушена. И, ну, почти что не стоит его покупать, даже если цена там совсем маленькая. Так себе. Ну, от мега какой-то большой бедности можно, конечно, купить так. Но не стоит, я даже считаю, этот вот сильно помятая манго брать. Полупомятая еще можно, а вот сильно помятая, не, уже не то. Так что это, наверное, последняя манго. Ну и тут, естественно, надо счищать всю кожуру. Потемневшие места. Можно его немножко почистить для примера. Сейчас. Сейчас я почищу. Ну, такое оно получается, когда его чистишь. Нету тут какого-то мега криминала, но уже на пределе, короче, оно
если полежит так денек, то просто протухнет вообще, сгниет. То есть вот так быстренько надо есть. Внутри я не вижу повреждений. Но на любителя, конечно. Я уже перестал покупать сильно. Сильно они уже помятые уже. Нету смысла в такой фигне. Лучше уж просто какие-то яблоки обычные купить. На этом все. Спасибо за просмотр. До свидания, товарищи революционеры.